There goes another one, Алиса. О, вся машина будет в вмятинах. Ей достается больше всего. Алиса побежала за мячиком. Это мы сейчас гуляем по парку. Good. И здесь несколько площадок бейсбольных. И мимо мы прошли сейчас площадки для тенниса. Ну, можно прийти поиграть хоть в теннис, хоть в бейсбол. Алиса, ты куда полезла? Туда хочешь? Да. What is going on? Are we your good luck charms? For a small fee, we'll come to all your games. Oh my goodness! Oh, look at that catch! Молодцы, вот тренируется семья. Oh my goodness! Wow! I'm impressed! Oh my goodness! Вот так вот мамочки с детьми катаются. Вот такая вот колясочка к велосипеду. И мамочка катается со своим ребенком. Ты хочешь спуститься вниз? Да, вот здесь есть специально. Ну тут... Смотри, там грязь. Не ходи туда по грязи далеко. Просто спустись аккуратненько. Вот эта вот грязь, которая вот вода ушла, отлив произошел. Она очень опасная. А она затягивает, как болото. Good. И вот он, отлив очень большой сейчас. This is called driftwood. Очень много велосипедистов, но у нас пока нет велосипедов. Через какое-то время приобретем и тоже будем кататься. Вот за частью этого парка ухаживала одна женщина. Вот она, эта часть. И когда она умерла, то ее друзья стали ухаживать в ее память за частью этого парка. И здесь, когда вот там вот дальше вот кусты такие, это розы. И здесь очень красиво, когда все распускается. Когда распустится, я тоже постараюсь спуститься сюда как-нибудь и показать, как это будет. Вот они ухаживают в ее честь за этим парком. Ну вот еще хочу показать, да, как мамочки форму восстанавливают, с детишками бегают. Вот такие вот колясочки, закрыты они, чтобы ни мошка, ничего, ни ветер. Okay. Вот. 16. Yeah, 16 again. So here's a trick on running. Hi. Вот такие вот дедушки тоже тренируются. Люди до позднего возраста ездят на велосипедах, бегают, гуляют. Многие гуляют с собаками. Очень много людей. Хотя, ну, как сказать, люди работают. Многие даже в возрасте люди работают или волонтерят и находят время, чтобы еще куда-то сходить. Но очень много парков. Парки буквально, вот немножечко отойдешь, с одной стороны парк, с другой стороны парк. Есть даже такие парки, которые, ну буквально вот он пятачок. И вокруг этого пятачка дорожка, где можно проехаться. Какие-нибудь качельки, лавочка, чтобы посидеть. Вот много и больших парков, и совершенно маленьких таких, вот на самом деле, как пятачков. И человек может, где бы он ни жил, найти себе рядышком место, где можно просто вот... как бы на природу выйти, отдохнуть. Вот, ну сегодня небольшая у нас такая прогулочка. Мы просто гуляем и учим английский. Это наша новая знакомая Кэрри.
Она тоже помогает нам учить английский, просто общаясь. Вот, ну все, всем пока-пока. Hello. How can you do it?